продолжаем трансляцию. Серебряный призер, рапир Санкт-Петербурга, сборная России. Парни, ну, хотелось выиграть дома. А чего не хватило? Дайте общую оценку по дню. Ну, чего не хватило? Наверное, немножечко подсели, наверное, даже. Французы были уже подготовлены, просчитали нас в каких-то моментах, уже выходили готовые. И из-за этого в некоторых моментах мы проигрывали им. Ну, сегодня проиграли, будем стараться работать, сделаем анализ и в дальнейшем, я думаю, выиграем. Сборная Франции, соперник, который проиграл на Олимпиаде сборной России, потом дома не смогли выиграть сегодня, конечно, они хотели взять реванш. А вот для сборной России это тоже принципиальный соперник, стал ли таким он за последний сезон? Не, ну, конечно же, для нас каждый соперник принципиальный, и для нас всегда хочется и всегда есть только одно место первое, и мы стараемся добиться этого. Но, как говорится, мы проиграли... Битву не проиграли, битву, войну, да. Проиграли войну, да. Не проиграли объективно войну. Более... Так что основные старты впереди, да. Европа, мир, будем готовиться, анализировать их, смотреть и подготовимся, думаю, в хорошей форме. Последний вопрос к тебе, Тимур. По полуфиналу, по последнему уколу против Чемли Уотсона. Как ты видел эту фразу? Потому что очень много споров, как там все рассудили. Вот из-под маски как это все было. Ну, я видел фразу «атака здесь», мою. Я что и делал, в принципе. А там уже как люди смотрят, с какой стороны это посмотреть, не знаю. Я делал «атака здесь», судья дал налево, как бы, в пользу нас. Так что все правильно сделал. Отлично, я тоже только видел. Поздравляем вас с серебряной медалью. Спасибо. 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 Всем спасибо. Все свободны. Спасибо.